Всех приветствует отвертка канал домашнего мастера. И у нас сегодня шикарная тема. 10 фронтальных стиральных машин с функцией сушки, доступные в этом году. В нашем видео представлена подборка стиральных машин с функцией сушки. Очень правильная вещь, если честно. Модели подходят под разный бюджет от эконома до премиум сегмента. Итак... Все товары зрители смогут найти по первой ссылке в описании под нашим видео. Итак, поехали разбираться с интересными стиральными машинами с функцией сушки. Итак, десятое место нашего видеообзора Samsung VD70, T40 и так далее. Большое название. Загрузка барабана этой модели 7 кг – это режим стирки. 7 кг – это нормальная семья из трех человек. 4 тоже. И 5 кг в режиме сушки, немножко поменьше. Если нужно постирать и высушить 3-4 предмета одежды, то достаточно сушки на 2 часа. Время большое, да. Максимальные обороты при отжиме до 1004, 1400 оборотов в минуту. Скажу следующее, 1200 – это уже прекрасно. 1400 – ну, это многовато, ну, может, кому-то надо. Как отмечают некоторые пользователи, при высоких оборотах бывает что-то где-то подскрипывает. Ну, без этого никак. Потребление воды – 98 литров воды за один цикл расходует машинка. Нормальный показатель. В устройстве имеется инверторный мотор. Это очень правильно. Это энергоэффективность, шума меньше и так далее. Габариты это очень важный показатель. 85 сантиметров это как раз стандарт 65-85. Далее глубина это 55 и ширина 60 сантиметров. Фактически габариты по глубине чуть больше там на шланги, подключения и так далее. Класс энергопотребления А. Довольно-таки неплохой и имеется защита якобы от протечек. У этой стиралки 10 программ стирки. Это неплохо. Скорее всего, вы будете пользоваться только 2-3 не более. А, быстрая стирка, экономная, дополнительное полоскание и так далее. Иногда может прибавлять время стирки. Она более-менее умная и знает. А, здесь немножко надо прибавить. Так что не мешайте ей. Есть даже у нас функция подачи пара. Интересная вещь. А, и три программы сушки сушит вещи неплохо для своей ценовой категории. Управление при помощи поворотного переключателя и кнопочной панели. Скажу следующее, очень долгие режимы при стирке и одновременной сушке. Понятно, стирка это одно, 40 минут, например, час с чем-то, плюс сушка пару часов, там вообще моща. Но зато вам туда подходить не надо. Интерфейс управления прост и понятен. Так что десятое место, довольно-таки неплохая машинка. Смотрим. Ну а теперь девятое место нашего обзора. Samsung VD 80K, 52 и так далее. А, стиральная машинка довольно-таки неплохая. Барабан стиральной машины рассчитан на загрузку до 8 кг. Это в режиме стирки. Хороший показатель для семьи от трех человек по-любому и 5 кг в резиме сушки. Дверца блокируется при температуре воды выше 50 градусов это правильно, и во время отжима это по-любому. Имеется возможность дозагрузить белье через дополнительный лючок это очень важно. Многие попадались на этот вопрос. О, забыл что-то. Носки закидываешь и поехали дальше. Номинальная скорость отжима 1200 оборотов в минуту. Это прекрасный показатель, большего и не надо. Пользователи отмечают, что корпус машинки сделан из дешевых материалов. А что вы хотите? Из сапфирового стекла, что ли? Зачем? Пойдет и так. А работает достаточно тихо данной стиральная машина, не трясется при отжиме. Но это если вы будете соблюдать правильные условия. Не перегружать и так далее. Система сушки в данной модели не очень надежная, как отмечают пользователи. Забиваются там фильтры некоторые и так далее. Мы уже говорили про это дело в наших предыдущих видеороликах. Габариты 85 на 45 с и 6 и на 60 сантиметров класс энергопотребления b глубина 50 сантиметров вписывается есть защита от протечек ну, как-то так. У машинки 12 программ стирки, деликатная, 6, экономия, другие есть, обработка паром, тоже полезная вещь. Стирка паром работает только на программах детские вещи и постельное белье. Вот постельное белье, правильно, детские вещи, надо посмотреть. Программ сушки, 3 штуки этого будет достаточно, управляется поворотным переключателями, кнопочками. У машинки удобное довольно-таки управление. Нормальная штука, можно брать. Ну а теперь восьмое место нашего видеообзора, и у нас эта машинерия называется LG AI, ребятки, DDF2 и так далее, большое такое цифроаналоговое название. Итак, емкость барабана у этой модели 8,5 килограмма, но для сушки следует загружать 5. Так что не перегружать. Есть загрузка белья через основной лючок, это хорошо. Белье сушит по остаточной влаге, ну это они все так делают в принципе. Максимальные обороты 1200. В режиме отжима это прекрасно, большего не надо. Если машину планируете устанавливать э, в внутреннее, ну все-таки э, вентиляционную решетку, потому что у нас есть режим сушки. За стирку расходует 125 литров водички, нормально. Двигатели инверторные, это очень правильно. Работает вполне тихо. Габариты 85 на 47 на 60. Класс энергоэффективности A у стиральной машины. Аж 14 программ. Большинство будете пользоваться, ну, максимум 3-4 программы. Ночной режим, смешанные ткани, экономи другие. При сушке даже маленькое помещение сильно не нагревается. Для сушки устанавливается определенное время. Сушит белье хорошо. Только после сушки оно сильно мятое. Ребятки, а кто же там будет гладить? Где же там утюг еще встроенный? Ну, тут такое дело. Есть подача пара. Для белья это хорошо. А управлять устройством можно с помощью Поворотного переключателя и сенсорной панели или удаленным для смартфона есть определенное программное обеспечение. Если, например, забыли достать белье, это у девчонок получается, есть функция магическая освежить. Ну, то есть продуть немножко э, воздухом. Такая штука довольно-таки неплохая. Это было шестое место нашего видеообзора. Ну а теперь седьмое место нашего видеообзора LG F1296 C C есть такое название, конечно, интересное. Итак, что же может эта машина? Это машины э, модели с максимальной загрузкой 6 кг при стирке э, и 3 кг при сушке. Э, при сушке в помещении может стоять запах резины, ну это переходники и так далее, но это бывает. Люк открывается на 180 градусов, это удобно, особенно в маленьком помещении. Скорость отжима 1200 оборотов, это достаточно. Машина 40 минут отжимает белье перед сушкой, это правильно, если честно, расход воды 165 литров в принципе, как бы и, ну, так, нормально. Двигатель зато инверторный, это хорошо. Габариты 85 на 44 на 60. Глубину шланги подключения учитывайте. А, что там можно еще? Класс энергопотребления B тоже неплохо, у сушки есть 4 режима, справитесь, после сушки машина, конечно, нагревается, ей надо остывать, так что не усердствуйте, после сушки рекомендуется запускать режим чистки барабана или полоскания без отжима, чтобы избавиться от ворса, тоже правильная мысль, у машинки 13 программ для стирки, быстрая, детская и так далее, Управляется кнопками и поворотным большим переключателем. А, работает тихо, хорошо отстирывает все загрязнения. Можно пользоваться. Идем далее. Ну а теперь шестое место. LG, F2, V5 и так далее. Итак, машинка имеет загрузку с, э, при стирке э, до 8,5 килограмм. Семья 3-4 человека, при сушке 5. После сушки белье горячее и выглядит свеже отглаженным. Ну, кто же его там гладит, нет. Все равно оно будет помятое, но будет горяченько, хорошее и так далее. Есть функция до загрузки белья через дополнительный лючок. Это правильно. Количество оборотов 1200 при отжиме этого достаточно. Фильтр для сбора ворса в машине отсутствует. Будьте внимательны на будущее. Надо будет прочищать, обслуживать машинку. Расход воды за стирку 45 литров. Маловато, если честно, хорошо. Двигатель машинки инверторный, это похвально. Сирока работает тихо и при отжиме не подскакивает. Но опять-таки это перезагрузка. То есть э, перегрузка тогда будет скакать. Можете попробовать. У стиралки 14 программ различных, у сушки 6 режимов. После сушки на резинке остается много налета а, в виде ворса и так далее. Соответственно, надо его там потом обслуживать все это дело. А, сушка может перестать работать через 2 года, надо будет обслуживать, чистка воздуховодов, а, фильтров, сеток и так далее. Есть возможность управления со смартфона, это приложение у нас отдельно имеется, и машинка прекрасно сушит и отлично стирает. Вот как-то так. Это было шестое место нашего видеообзора. Пятое место нашего видеообзора Samsung VD90A и опять-таки так далее. Итак, в барабан данной машинки можно загрузить уже 9 килограмм белья при стирке и 5 килограмм при сушке. Это уже большая Многодетная семья. После сушки белье еще полчаса нужно прослушивать все-таки на вешалке, потому что чисто сухого у вас не получится. Тогда она высохнет полностью. Немножко влажность остается. Имеется функция под, до загрузки белья через основной люк, это удобно. В машине общий фильтр, который нужно причищать время от времени, обслуживая машинки, это очень важная вещь. Максимальные обороты 1400, 1200 хватает, Пусть будет. Накопившаяся пыль смывается при последующей стирке. Знайте, если можно, так сказать, можно как-то сделать и э, полоскание без отжима. Удобно. Расход воды за стирку достаточно хороший. 146 литров. А имеется инверторный двигатель. Это очень удобно. Габариты 85 на 48 на 60. Класс энергоэффективности B. Учитывая расстояние от края люка до края шланга Слива глубина машинки около 40, 55 сантиметров Будьте внимательны при выборе Рассчитывайте правильные размеры Есть защита от протечек и от скачков напряжения Это хорошо Меню предусматривает... Ребятки, 24 режима стирки. Дай Боже, 3-4 будете использовать. Ну, это хорошо. Спортивная одежда и так далее. Вы знаете, все-таки современные машинки, они довольно-таки умные. Они сами разбираются, что и как. Только им поставьте, задайте правильное направление. Автодозировка моющего средства имеется. Полезная вещь. Есть паровая обработка для белья. Это правильно. Управление с помощью переключателей и сенсорной панели. Машинка удобна в использовании. Есть возможность настроить свой режим стирки. Некоторым нравится. Можно управлять со смартфона. При подключении к смартфону возникают некоторые трудности, понятно. Некоторые пользователи жаловались на невозможность управления со смартфоном. Ну а машинка довольно-таки интересная. Идем далее. Четвертое место нашего видеообзора Bosch VDS 284, 6, 0 и так далее. Данная стиральная машинка может принять в себя 8 килограмм белья. Это для стирки и для сушки 5 большая семья. Бак машины этой модели неразборный. Ну а кто ж, какие они разборные? В принципе, они все неразборные, особенно внутренние. Есть функция до загрузки через основной люк, это правильно. Максимальная скорость отжима 1400, 1200 хватает, тоже пойдет. Двигатель инверторный, современный, правильный. Машинка работает тихо, вибраций практически нет, если вы не перегружаете э, барабан. Габариты 85, на 50 почти, что и почти, что на 60. Модель а, отдельно стоящая, не, встроя, не для встроенного варианта. Но есть возможность куда-то ее даже и встроить. Класс энергопотребления A. А, защита от протечек, многоступенчатые ребятки и так далее, без аквастоп. Тут такое дело. Опять-таки надо у консультантов а, все повыспрашивать. У стиралки 9 программ для стирки. Слава тебе, господи, хоть не 24. Управляется с помощью поворотного переключателя здорового и кнопок. Стирает и сушит хорошо. Время сушки нельзя уменьшить, только можно увеличить. Так что э, дайте нормальное белью высохнуть. Машинка довольно-таки неплохая. А это у нас был Bosch VDS 28460. Ну а теперь третье место нашего видеообзора это Bosch 28 28590. Здоровая мощная стиральная машина. Она имеет барабан 10 килограмм, который может себя взять белья для стирки. Это хорошая мощная семья. При сушке можно загружать 6 килограмм. Сушка конденсационная с выбросом горячего воздуха в помещение. Будьте внимательны. Максимальные обороты 1400 достаточно. Расход воды 125 литров. Средний вариант. При сушке, корпус прибора, конечно, будет нагреваться, а воздух в помещении нагревается не сильно, но там чувствуется и нагрев, и влажность, то и становится таким морским, если честно. Двигатель инверторный, хорошо, работает тихо. Габариты 85, на 62 и на 60. Без копеек. А класс энергопотребления A. Есть полная защита от протечек. Это хорошо. У машинки 14 программ для стирки. А режим супербыстрой стирки предусматривает цикл продолжительностью 15 минут. Это по-быстренькому что-то стирануть и так далее. Есть обработка паром. Тоже удобно. Для белья. А, программ сушки а, всего лишь одна, этого будет достаточно. Машинка отлично отстирывает, хорошо сушит. Управляется при помощи поворотного переключателя и сенсорных кнопочек. Подключение к системе Home Connect в данной модели не предусмотрено. Управление удобное и интуитивно Понятно, Машинка довольно-таки неплохая. Это было третье место нашего видеообзора. Ну а теперь второе место нашего видеообзора – и опять Bosch Vena. 25 и 4, X и так далее. Названия, конечно, ни о чем не говорят, но цифр, конечно, много. Итак, максимальная загрузка этой машинки при стирке 10 килограмм белья, большая семья. При сушке 6. Максимальные обороты 1400 достаточно. Расход воды 118 литров для стирки, тоже нормально. Двигатель инверторный, похвально, работает тихо и почти без вибраций. Габариты 85 на 60 и на 60, класс энергопотребления A. У машинки предусмотрена возможность выкрутить ножки на 12 мм, чтобы увеличить высоту при необходимости. Ну, довольно-таки важная вещь, особенно если у вас есть правильный робот-пылесос. 11 см и наша, на мой пылесос, например, спокойно может заезжать под эту машинку. Удобно? Да, удобно. А машина надежно защищена от протечек, защита полная, аква-стоп, это хорошо. Специальная конструкция стенок по бокам машинки понижает уровень вибрации, то есть там стоят звукопоглощающие а, панели и так далее, это правильное решение. В стиралке есть функция освежения белья паром, это хорошо, как отдельная программа это удобно. Машинки машинке 14 программ стирки, бак в стиральной машине из пластика, для меня это как бы неправильно. Благодаря этому устройство меньше шумит, а бак не подвержен коррозии. Ну, ребятки, все остальные баки всегда делались из нержавейки. Они тоже у нас коррозии не подвергались. Но вот пластиковый барабан это для некоторых наших зрителей будет минус, если честно. Хотя это второе место. Управление переключателем и сенсорной панелью. Управление легко освоить и за несколько запусков стирки. Любые девчонки разберутся. А это было второе место, и это был Bosch. Идем далее. Ну и первое место нашего видеообзора – это Миели VTR870. Довольно-таки интересная машинерия. Итак, эта машина производится в Германии, поверим, Максимальная загрузка при стирке 8 килограмм белья это нормально для среднестатистической семьи при сушке 5. А, дозагрузка правильно. Максимальная скорость отжима 1600 оборотов в минуту. Ну, как-то так. Многовато, если честно. 1200 этого будет достаточно. Двигатель правильный, инверторный. Габариты 85 на 64 и на 60. Класс энергопотребления А. Энергоэффективный? Да, пупения. Полная защита от протечек, всякие аквастоп и так далее, удобная вещь. У машинки аж 32 программы стирки. Я не знаю, 3-4 это будет наше, все остальное как-то так. Высокотемпературная стирка и так далее. Хорошо. Моющие средства дозируются автоматически, в зависимости от э, количества белья и так далее. Это правильно, удобно. Также устройство 25 программ сушки. Не знаю, куда так столько впихнули, но они есть. Есть функция турбосушки это удобно. Также имеется полезная функция как освежение и разглаживание паром. Ну, как вы там рубашку погладите, это такое дело. Купим, посмотрим. А, машинка может выстирать 4 килограмма белья всего за 49 минут. Ну, это, ну, это не рекорд, конечно. Имеется опция распознавания и удаления пятен. Ребятки, чем мы будем смотреть, как мы будем смотреть, и она может, например, удаление пятен до 20 трех видов пятен. Вот интересный подход, это маркетинговый, конечно, уже подход тут. Ну, как-то так. Будем надеяться, что четыре глаза есть где-то там в баке. Э -э машинка отлично стирает и сушит белье, а еще делает это намного быстрее своих аналогов. Никто не замерял, но это было первое место. Управляется машинка с сенсорным дисплеем, есть возможность управления с помощью смартфона и подключение к умному дому. Это тоже очень хорошо. Итак, по окончанию нашего видео мы надеемся, что подборка помогла вам с выбором лучшей стиральной машины под ваш бюджет. И приобретенная техника станет для вас надежным помощником в быту и прослужит долгие-долгие годы. Напоминаем, товары наши зрители могут найти по первой ссылке в описании под нашим видео. Удачи вам и чистоты! Это канал Отвертка, канал домашнего мастера. Надеюсь, данная информация была вам полезна. Подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки, смотрите наши еженедельные стримы. С нами будет интересно.